Да, у меня много недостатков. Вы уж простите меня, идеальные люди. Новогод, суета, пробки. Тут не видно, короче, похер. Сейчас грузиться буду. Поработаю водителем-грузчиком 30 января, декабря по Москве. 6 тысяч платят. Заправка моя. Обещал до Нового года. Вот это последний день и то. Пытались пиндюрить. Время без 15 час, загрузка в 5. Куда деваться, хер его знает, что делать. Загрузят в 10, как всегда. Ладно, короче, пофигу. Документы сдал на оплату. Какой план? Сейчас поеду домой, поем. Пару часов посижу, тоже до загрузки рано. Куда деваться, сказали в 5 приезжать. Не знаю, там, сколько будет по весу. Посмотрим тогда. Поеду, сейчас поем, дома посижу пару часиков и поеду сразу на окружной. Тут у меня все окружными. Раз, два. Заправлюсь. Ну, попрем, посмотрим, что заработаем в этот раз. Водитель, грузчик по Москве. Сказали, что 6 точек. Ну, я думаю, что тонны 2, наверное, будет. Ну, посмотрим. Автономку попробовал, нихера, так и моргает. И вот эти. Эта кнопка запараллелена, да, обогрев зеркал. Стекла прям огнянные, а ее выключаешь, дует летником, как из кондиционера. И вон правое это зеркало, может быть, от перепада, что оно было горячим, потом вот морозы дали, лопнуло. Но зеркало еще есть, это поменяем. Так что надо будет на сервис, чтобы не забыть, что... Газ, еду вот в аварийном режиме, газ, автономка, и чтобы отдельную кнопку вот поставили на принудительную печку. Делов, блин, дофига. Заправочка наша метановская. Да. Бензин пикает. О, колдобины какие. Блин, падла. Ой, блин. Ой. Ой-ой-ой, нифига, даже не перекидывает. Ой-ой-ой. А вон трактор что-то чистит, экскаватор ковшом. Вроде нет очереди. Но мне, в принципе, пофиг, я пока хардкор смотрел. Кастрюльку пельменей впитал с белым хлебушком. И зефиром шлифанул. Так, время полчаса. Сказали, в 5 будет готово. Вот. А, блин, открыто. А там вон они, стопы, стопы. То есть работают только вот эти две, так что подождать придется. На 1100 заправились, в общем. Да, за свой счет заправляться, конечно, вообще невыгодно. Вообще неинтересно. А еще назад придется. Смотря сколько этих 6 точек, какой разброс еще, пока ничего не известно. И сколько их там грузить, лопатить, сколько тоннаж будет, тоже не ясно. Ой, ну ладно, едем, посмотрим. Спасибо большое Алексею Валерьевичу. Только вперед. И некоторые пишут там иногда, там, квакают, типа, кольцов нельзя снимать. Учите, товарищи, законодательство. Можно и даже нужно. А то сидят там, крякают. Блин, дороги везде не чищенные. Зато елочка мне нравится. Я последний банан без соли доедаю. Елочка мне, блин, тут нравится. Так, разбираюсь тут с документами. Кипа документов у нас.
5 точек. Сейчас разложу, как удобно будет ехать. Ой, блин. Ой. Ребята, красавчики, за полчаса все загрузили. В общем, ладно, едем домой. Время 6 вечера. 8 часов, первая точка в Томилино. Всего 5 точек. Ну, там пол машины загрузили по полу. Покажу уже на месте, что предстоит разгрузить нам. Все, время 8:30. На ужин 360 грамм творога, столовая ложка меда и молоко. И ложимся в 9 спать. О, заледенело. Раннее-раннее утро. Для кого-то еще ночь. Прогреваю машину. И вот меня, ну, многие люди пишут, говорят: блин, Женек, мне вот тут выложил фотографию, мне написали там плохой комментатор, мне там что-то аж прям поплохело, о чем-то задумался. Как, говорит, ты вот с этим справляешься, с этими всякими хейтерами, и продолжаешь обычно нормально жить, как бы так. Ну, я скажу так, что я не придаю этому такого большого значения, потому что, ну, во-первых, посудите сами, да? Пишет плохое тот, у кого у самого все плохо, кто обездоленный, несчастный человек, да? Вот когда человек добрый, хороший, он ко всем с добром, вот, да, там где-то случается хорошее событие у человека, он там в ресторане, там, всем шампанского, да, всех угощаю. А когда у человека все плохо, он злой, раздражительный, у него там лишнее слово, кто-то на улице что-то спросит, как пройти, он там, вот такой весь колючий, от этого вот там сидит, вот строчит, и я просто уже настолько как бы к этому отношусь, что вот он хейтер, да, вот он несчастный человек, в своих вот этих гранях живет, если он не будет это выплескивать, он просто там захлебнется в своем дерьме, в этом своем квадратике, в котором он сидит, и ему по мере своего бытия не позволяет более шире на все смотреть, как-то выйти из этих рамок. А я просто настолько преисполнился в этом бесконечно вечном, что как бы те злые люди сидят в своем коконе и оттуда ядом дышат, да? И у них больше ничего нету. А я их в себе содержу. То есть вокруг меня весь мир. Я живу не чем-то конкретным, а развиваюсь духовному. И главное понимать, что вечного в этом мире ничего нет. И ты по-другому начнешь смотреть на вещи, по-другому относиться к каким-то вещам, не придавать ценности мелочам, потому что, ну, ты поймешь, что это как бы напрасно. Ладно, греем машину, переключаемся на газ и едем. Первая точка у нас где? Люберцы, Томилино. Первая точка в Томилино. 5 адресов у нас будет. Че, греем, пойду стекла отдеру, очищу. И в путь. Так, Люберцы. Сейчас будем разбираться, где тут, да что тут. Охереть, блин, какая жопа. Там вот кибитка сходил. Здесь на меня пропуск не заказан. Ну, сейчас жду, когда сделают какой-то пропуск. Ладно, что, позвонили минут 20, говорят, подождите, накладочка вышла. Написано, все, тыры-пыры, к 8. Ты приезжаешь, у них накладочка. Ну, как так-то? Там груза-то, блин, 2 бутылки. Так, у нас тут первые неурядицы, это то, что я заехал. Говорит, сейчас узнаем, перезвоним, а куда еще конкретно, территория огромная, никто ничего не знает, неизвестно. И смотрю, по накладной у меня 3 позиции, а там в будке вообще всего лишь их 2. И им туда тоже не дозвониться, трубки никто не берет, наверное, спят. Все, расквитались. Пока сгружать там бочка. Я не знаю, что у них там загрузчики. Ну давай сюда, давай сюда, давай на плечо. Мы не имеем права, то не имеем. Хорошо, тетка нормальная.
Так, в общем, ладно, хрен бы с ней. Первую точку выкинули на этом. Дальше едем. Тоже у нас Томилино, Котельнический проезд. А, не Томилино, Люберцы. Томилино потом еще будет, но уже на той стороне. Уступает мне, спасибо, а то вот тут встали. Тоже неудобно, везде там пропуск заказан, тут не заказан. Ладно, едем на вторую точку, 3,2 километра. Вот еще в чем преимущество у нас на Газели. Раз, я вот сейчас тут дворами, и все, 3 минуты, и я на месте. А на грузовике здесь нельзя знак, и там нужно объезжать было аж 25 минут лишних. Так, ну тут вот маленький закуточек. Так, ну все, время 9.07. Пока катаемся по Люберцам. Едем сейчас самый большой заказ выгружать. Но они там с 10, а ехать не 11 минут. Ну, будем, значит, ждать 40 минут там, потому что так распределен груз, так мне отправили со склада. Ну ничего, немножко потрудимся, съедим банан, заслужим. Едем, сейчас тут трам-пам, развязка, хераска и в обратном направлении. Ну, получается, где я выгружался, только уже будет на противоположной стороне, поэтому его, я говорю, ну точно карту смотрели, как там что. Говорит, да, уже типа не первый раз по этому маршруту, это типа самый удобный. Я говорю, ну хозяин барин, в общем, все, еду. А так, ну а что, ну кому-то нравится вот так вот точечная такая развозочка. Зато трык-пык, здесь крутишься, все вблизи, никуда не гонишь. Так, круговое, нам нужно это круговое. Давай, 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 давай. Мне по большому счету, я и так работал, и сяк работал. Иногда можно, знаете, прожать свои булки, так сказать, немножечко что-то где-то суету навести такую в городе. Там уж долгая дорога утомляет, а тут общение с людьми, там, блин, везде такие нормальные граждане попадаются, свои системы, свой мирок там на рабочем месте. Ну, везде свои плюсы и минусы. Но меня Москва добивает это этими вот этими пробками, ожиданиями какими-то. И тут особо вы пишете, о, мало еды стало, мало еды. Но тут особо не подальнобоишь. Вон у меня один этот охалтелый банан остался. И когда тут что где, я не знаю. Тут уже плитку не разожжешь. Тем более я уже все отнес на новогодние каникулы. Уже и спальное все убрал. А что спальное? Автономку надо чинить. Так, тут у меня вон сейчас еще впереди какие-то кругаля. И осталось 6 километров. Ну, поди. Блин, да что ж такое? Иногда вот такая херня какая-то происходит с магнитолой. Кстати, я не знаю, что с электрикой. То тухнет, то гаснет, то туманки, допустим, переставали работать, потом начали работать. Мистика какая-то. Приеду заблаговременно. Как говорится, как говорил Владимир Владимирович, если выгрузка неизбежна, выгружаться нужно первым. Так, прибыли. Тут этих всяких бутиков херова туча. Как раз у меня 40 минут на то, чтобы найти нужный мне. Мясо, мясо, мясо. Почему я вожу не мясо? Сейчас бы шматочек бы поджарил бы на зеркале, а то они греются. Так, так, так. А, все верно. Все, едем теперь в опаренки. В опаренки прем. 30 километров 46 минут. Четвертая точка. Время без 15.10, а я уже разгрузился. Правильно Путин говорил. Выгружать нужно первым. Только вперед. Так, все, тут в принципе все просто. Сейчас нужно попасть на Лыткаринское шоссе. На МКАД, а там по МКАДу. И спустимся в стороне Видного. И там будут эти опаренки. Предпоследняя точка.
время без 5:10. В принципе, нормально я двигаюсь. Да, на МКАД попасть не так-то просто. Там развязка. 600 метров. И встали. А сейчас звонят, что я только что выгружал самое большое. Ой, у них, говорит, отказ был. Я говорю, они все приняли, все подписали. Ну ладно, кто-нибудь потом возврат заберет. Вот она вся фишка Москвы. Я, короче, разгрузил 3 точки быстрее, чем добираюсь здесь этими БКАДами. Мне надо на Каширку съехать, никак не съедем. Уже время 11 почти. А, все почему? Потому что существуют вот такие вот петушки, вот такие вот чмошечки, умнее всех, которые. Давай, потрох! Говно, вот говно. Ну все, прибыл охраннику Евгению. Еще раз привет. Поздравил меня с Новым годом, вручил ему магнит новогодний. Так что все. Сейчас разберемся, где он объяснил мне выгружаться. Так что, Евгений, будь здоров. Быть добру, как говорится. Все, сваливаем отсюда. Последняя точка осталась. Время 11:30. 11 километров Булатниково. Показывает полчаса езды. Ладно, все, прям. Вот 10 километров было до этой точки. Вот уже больше часу еду. Показывает, что осталось 4 километра. Уже что-то перекусить хочется. Где там моя любимая шаурмичка? Все, добрался. Прем. Названия совсем другие, что в накладной. Я вбил тот адрес, какой в накладной. Он вообще в Тамбове. Ладно, едем, ищем. Какое-то трехэтажное здание надо найти. Последний склад мой. 12:30. Причем вся хреновая фишка, что везде терминалы. Вводишь там ННН, херен, номер накладных. И тогда только ты можешь начинать таскать, выгружать товар. Тут уже 40 минут тут сижу. Нифига, нет документов. Вот что-то переделывают. Ждите, сейчас позвонят, как все будет. И все, а кладовщики бездействны. Все роботы, электроника. Тык-пык, стикеры вышли, на товар наклеил. Пык-пык, пропуск тыкнул, пикнул и уезжай. Все на автомате, блин. Сколько еще сидеть, неизвестно, блин. Сейчас вообще все пробки начнутся. И пятница, и 30 декабря. Фух, друзья, слава моим мясистым яйцам. Наконец-то раздуплился с этой херней. 12:30. Сваливаю. Ну, к 6 вечера буду дома. О, сейчас шаурмичку ищу. В принципе, 192 километра до дома мне. Вот тоже сейчас стоим, никак МСКАДы не слезем. Туда, в сторону Домодедово я хочу. Тоже говорят, блин, походу сегодня с МКАДа не съедем. Говорят, потому что там этот второй правый ряд туда лезет. Вот поэтому и стоим. И вот можно сейчас официально заявить, вот эти вот, кто всегда лезет, вот так вот, что они мудаки. Вот видите, мы все злимся, мы их ругаем. Вон они там лезут, твари. А если бы сейчас у меня была бы шаурма, я сейчас бы раздобрел, и пусть они лезут, и я бы не хаял бы их. Вот ответ хейту. Ну вон он там. Посмотрите, что творится, какой дурдом. И вроде большегрузы тоже, опытные водители, с уважением. А ведь тоже там лезут. Тоже так же лезут. Почему? Кто ответит? Почему? А
никто отвечать не хочет. Просто лезут и все. Сами так поступают. С себя надо начинать. Я вот стою, еду как надо. Но, к сожалению, таких мало. Кто-то сдается, кто-то еще хитрее. Вот сейчас, вон, бочка. Хвостик объехать и там давай соваться. А это все заторы и заторы. Вот, Делка. Сейчас прям вообще рванул так в эту, в сторону чуть газели, блин. Зеркало не снес, прям морду свою туда выкрутил. А дальше вот сейчас мы повернем и увидите, какая будет дорожка. Если бы все нормально ехали, оно бы ехало и ехало. Это вот уже стоим час, уже просто тупо стоим 600 метров из-за вот таких вот. Вон уже морда сбита, все равно лезут. Вот красавчики уже приехали. Пропустили друг друга. Ой, блин, горе от ума. Там при том встретились 40-й и 47-й регионы. Мы лучше тихим сапом поструячим, видите, хотели кого-то обхитрить, а в итоге теперь еще дольше будут стоять. В жопу себе пикни. По наружке куплю топливо. Какое топливо? Вон, они при том там как ужи. Прям изворачиваются, прям оттуда. Постоял, постоял, поклянчил. А нет, раз прям туда, в другую дырочку, в другую щелочку. Едешь с того ряда, да, разметка прерывается, перестраивать правилами не запрещено. Ну, стой, жди, когда весь добропорядочный. Там тоже пишут вон эти все, не пускайте наглецов. Вон их сколько наглецов. Кто-то парк налево, это направо. Кто-то да все равно пускает. Ну, так никуда не денешься. Это уже в голову втемяшено таким мудакам. Если он в школе был мудак, он и по жизни мудак. Хоть дед, хоть еще кто. Старый мудак. Вон он елозит там, сидит. Вот, да. Вот, где он есть, вот она, когда в одну колеечку уже вползли, потихонечку, но она тянется. Тихим сапом-то можно как-то ехать. Потихоньку, чем вообще просто, блин, напрочь, полтора часа отстояли 600 метров. Все, вырвались. Теперь летим в сторону Домодедово в поисках отменнейшей шаурмы на обочине. Пол третьего. Охренеть. Ну, легендарная, которая пробочка в Татаринцево, где поворот. Я думаю, все знают. Ну, показывает полчаса. Блин, никак не доберусь до шаурмички. А время-то уже полчетвертого. Ой, блин. Ох. Так. Да, дороги, конечно, жопа. Прям перед въездом в Никитское обнаружил на горизонте домашнюю еду. Написано шаурма. Блин, может там можно было заехать? Но я что-то со всеми ломанулся. Я хотел бы, конечно, сейчас бы поесть роллов в честь Нового года. Очень люблю роллы. Но мне позвонили, говорят, там машина, что-то мост развалился, она уже груженная. Сейчас нужно срочно переть на базу. Будут перегружать в мою машину. Отдаю ее, и тот водитель попрет обратно на Москву. Вон она, шаурмичка. Написано шаурма, шаурмы там ни хрена нету. Окно не смотрите, грязь, говно летит, я еду. Хотя пишите, нам хорошо. Вот Буратино взял, 120 рублей бутылка. Беляш. 60 и какую-то там херню еще. О, за 80. Ну, я так голоден, поэтому дегустация неуемлема. У меня сейчас все вкусно, все. Полетел на базу. Блин, ссать охота, капец. Воскресенский пост ГАИ. О, какая хрень, 80 рублей стоит.
купить сосиски, помидоры и сыр. Ну все, вот я и в Рязани, мчу на базу перегружать машину. Ну вот судите сами, 15 часов работы, все про все, почти 5000 заработали. Вы все видели, сказать мне нечего. Все нормально. Ситуэйшн под контрейшн. У нас тут целые манипуляции. Все сзади, ни хера ничего не видно. Сейчас будем манипулятором. Мы открыли две крыши, сейчас будем манипуляторами херачить. Вот это все я один перекидал руками. Кардио. Фу, сейчас дальше краном будем. Ой, блин. Полетела, родимая, главное, чтобы на крышу не упала. Твою мать. Нафиг сверху ему виднее. А там, наверное, надо, может, ловить ее. Но... Ладно, пошли ловить. Как по маслу. Все. Затащили. А, ну вон она там вся стесалась даже. И как он ехал? 60. 60? Ну, хруст был, да? А хруст большой был? 2 тонны. 2 тонны? Блин, ну так на них, да. Ну, вон он. Даже видно по это. Потрыкал. Вон. Ну что, умельцы знатоки. В чем причина? Почему? Ладно. Главное доставить груз вовремя. Если загрузка неизбежна, грузить надо первым. Пока, бедолага. Пока, друзья. Поехала ласточка. И я пошел домой. Ну как вы думаете, что случилось с редуктором? И даже нет сил пожрать, но сейчас пойду котлеты есть. И творог с медом, молоком. Я думаю, износ деталей, может быть, дифференциала или... Сколы на шестернях, выкрашивание зубцов, что угодно может быть. И какая, думаете, причина? Я думаю, что все от перегруза, все эти штуки. Да и запчасти уже не как раньше делали, а сплавы. Хоть как Павел в штаны наплавил. Ну что, друзья, вот подвели итоги, посчитали. Машина моя ушла в Москву, вроде все нормально, на ней, надеюсь, редуктор не развалится. Ну, а что надеюсь, не надеюсь, в общем, получилось, что за 3 недели, вот эти, которые я отработал, вы все это видели, насчитали мне 22 690. Плюс там оставалось с горючки, там... Ну, не больше 25 в итоге я получил за 3 недели. Так что, Паша, ты там ушел в запой и говорил, как плохо, что тебе заплатили за 3 недели 45. Не все так плохо. Мне за 3 недели еще пока не заплатили, но насчитали 22 690. Ну, грубо говоря, 25. Так что... Как думаете, стоит здесь оставаться работать? Интересный вам контент на этой газели? Или же, ну ее нафиг? Вот как скажешь, так и будет. Я все делаю только ради вас. Ладно, все, будьте здоровы. Живите богато. А нас ждут еще
новые дела и новые приключения. Переключения, никогда не унывать и не сдаваться. Только вперед, быть добру. Как говорится, кайфа по жизни и жизни по кайфу. Панки хой. Пока.